перший день літа сьогодні, але в українців немає жодних календарів. Життя зупинилося на даті 24 лютого. Утім, чи встигли насолодитися весною та чим вона запам'яталася, запитаємо наших народних експертів. Та, тут же ж війна почалася, що не замітили весну. Ну, зараз одразу літо. Все, сплошний якийсь кошмар. Ни зимы, ни лета, просто война. Очень вообще все быстро пролетело, мгновенно, особенно военные действия дали о себе знать, но сейчас классно, что лето, это чувствуется, и очень благодарна, что есть возможность сейчас гулять и на свежем воздухе, а не дома прятаться или в бункере. Сразу лето началось. В принципе, да, весна прошла незаметно. Только май немного заметился, а остальное не очень. За в основном тревог, ну, и всего вот этого. Нет, я не заметила, только осознала, вот выходила из дома, осознала, что не заметила, как прошла весна, еще сегодня первый день лета. Ну, мы сейчас живем в таких обстоятельствах, поэтому, я думаю, каждый понимает это. Да, заметила. Весна прошла, конечно, не очень радостно, но очень яркая, красивая в Днепропетровске весна была. Ну вот настало лето, слава богу. Ну, конечно, заметила. Весна прошла. Прошла немножко в событиях, конечно, для нас грустных. Но все равно хочется радоваться, жить, хочется лета. Рады, что первый день лета сегодня и праздник, День защиты детей. Я думаю, у нас в данном положении времена года как бы не особо за ними не следишь. Поэтому, ну как, у нас же происходит как? Сразу с курточки. Футболку, поэтому лето наступило. Я лично заметил, потому что я наслаждаюсь и живу каждый день. И это важно.